попробуй еще раз. Здорово, крестьяне. Коротенько только. И пролетарий. У нас сегодня пизданул газопровод. У нас тут около дома. В метрах в 300. Так грохнуло. Я думал, ядерная война началась. У нас тут все затряслось. Вышел на ту сторону. А там, блядь, пламя до небес. Горит. Думал, что это самое к нам придет. Ветер в нашу сторону дул. Одним словом, газа нет и не будет. Это самое. Сидим без отопления. Вот затопил печку единственная у нас. Но есть электричество. Есть электричество. Но у нас два дома. В отличие от украинцев. Воду слил. Нахуй.